Перед тем, как Меневские чтения открылись, гостям показали обновленную экспозицию, посвященную отцу Александру. Как отметил в вступительном слове настоятель Сергиевского храма в Симхозе отец Виктор Григоренко, добавленные экспонаты были перевезены в культурно-просветительский центр Дубрава из московской квартиры протоиерея. Этот дом сейчас будет реконструироваться, и таким образом мы создали такой уголок той квартире, в которой жила семья Мени. Также в этот день в КПЦ «Дубрава» была открыта фотовыставка Алексея Руфимского «Образы, написанные светом». На ней представлены портреты участников конференции, которые автор снимал в течение 10 лет ее проведения. Выставка продлится до конца октября. Открывая 10-е Меневские чтения, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий передал приветствие и благословение от патриарха Кирилла. В своем слове владыка упомянул и о вопросе недавно скончавшейся духовной дочери отца Александра Мени Екатерины Гениевой. Каково послание протоиерея 21 веку, в которой как никогда остро стоит проблема религиозной нетерпимости? Митрополит ответил на этот вопрос так. Его пример показывает, что слово пастыря должно звучать не только для верных, но и для колеблющихся, ищущих, а также противящихся и враждующих. Один лишь Господь ведает пути человеческих душ, а миссия Церкви состоит в том, чтобы неустанно обращать к миру евангельский призыв ко спасению. Что касается религиозной нетерпимости и массового насилия, то при всей сложности и противоречивости вопроса еще молодого 21 века позволю себе утверждать, что минувшие столетия знали гораздо более страшные примеры ненависти между людьми по причине различий в вере. От имени семьи отца Александра всех, кто вспоминает его в эти дни, приветствовал сын священника Михаил Мень. Он зачитал послание президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам Меневских чтений. Многие годы отец Александр с самоотверженностью и любовью исполнял свой пастырский долг. Был истинным подвижником и просветителем, широко образованным, открытым к общению человеком. Его мудрое слово учило милосердию, помогало людям находить прочную духовную опору, призывало к благим делам и начинаниям. И поэтому отец Александр пользовался высоким общественным авторитетом и уважением. Убежден, что проведение нынешних мероприятий станет весомым вкладом в изучение и сохранение его богатейшего духовного, творческого, богословского наследия, которое с годами не утратило своей значимости и актуальности. Желаю всем вам всего наилучшего. С уважением, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Михаил Мень также вспомнил, как постепенно складывалась традиция поминовения его отца, как на месте гибели протоиерея сначала был установлен крест, затем была заложена небольшая часовня, потом строительство Сергиевского храма. Сейчас в микрорайоне Симхо сложился единый мемориальный комплекс. Совсем недавно здесь было проведено благоустройство. В культурно-просветительском центре Дубрава постоянно работает музей и проходят выставки, посвященные пастырю. Кроме того, Михаил Мень вместе с главным редактором издательства Московской Патриархии представил первый том из будущего собрания сочинений отца Александра – книгу «Сын человеческий». Наследие отца Александра чрезвычайно богатое, и мы можем об этом уже, я могу сказать, как главный редактор, что работа будет достаточно серьезной и продолжительной. Почему? Потому что та задумка, тот анонс на 15 томов, конечно, это было весьма приблизительно. И сейчас мы-то уже в редколлегии видим, что 20 минимум. Архиепископ Иван Юркович, апостольский нунций в Российской Федерации, в своем послании, которое зачитала Джованна Паравичини, атташе по культуре посольства Ватикана, написал много теплых искренних слов об особой харизме отца Александра, которая со временем не стареет, но все больше открывается и для верующих других конфессий, и даже для неверующих. Собравшись здесь, где завершилась судьба отца Александра на земле, спустя 25 лет с того дня, мы с вами можем искренне сказать, что он не переставал жить вместе с нами, не переставал быть добрым пастырем
и сопровождать людей на пути ко Христу. Второй день Меневских чтений был посвящен докладам и дискуссиям. 12 и 13 сентября состоятся концерты авторской и хоровой музыки, которые пройдут в рамках фестиваля музыкальных искусств памяти протоиерея Александра Меня. Татьяна Трушкина, Алексей Галкин, День города.